Приветствую всех на канале. Сегодня мы собрали вот такой радиоконструктор. Так, это у нас FM-приемник на наушники. Такой раньше я собирал, но в таком корпусе. Вот, в стеклянном корпусе он не понравился. Довольно-таки тяжелый получается. Это раз, и второй хрупкий. Акрил любит ломаться, поэтому мне не понравился. Сама идея корпуса такого массивного для маленького, в принципе, гаджета. Поэтому решил распечатать на принтере, перепечатать, так бы сказать. И вот что получилось. Первая распечатка на новом принтере «Призрак летающего медведя». Вот. И что получилось? Есть, конечно, преимущество, более такое качественная печать, чем у Creality. Но Creality печатал хоть и грубее, но если посмотреть стенки, то они все ровные. То есть никаких проблем тут нету. А вот здесь происходит как бы отрыв от поверхности, хотя поверхность очень крепко держит, и потом даже остывший очень трудно оторвать. Но я не понимаю, как вот это происходит. То ли пластик виноват, то ли что. Или я режим какие-то поставил не те. В общем, недостаток есть вот этот. Это надо с этим решать задачу. Посмотрим, как решим. Но здесь этого нету недостатка совершенно. То есть, в принципе, все четко отпечатано. Вот, возможно, в пластике дело. Поменять пластик. Но этот пластик шел в комплекте. Так, теперь что? Тут что хорошо на 3D принтере? Сразу мы надписи все делаем. А вот здесь никаких надписей у нас нету. То есть на печатном плате, но там очень, как бы скажем, недоступно так легко прочтение и непонятно. Ну и внутренний потроха тоже видеть не очень приятно. Так, сейчас соберем давайте новый корпус и посмотрим, как будет. Задняя крышка вот тоже хорошо отпечаталась. Ну что ж, собрал. Все функционирует, кнопки щелкают, переключаются. То есть нижняя это у нас громкость, а это поиск. Вот и все. Так, здесь у нас светодиод первый, это включение. Вот, наверное, может видите, синий такой. А это уже связано с настройкой. Вот, на каналы. Для этого нужно подключить наушники. Но мы подключать не будем, так как точно такой же конструктор я уже собирал и показывал. Работает прилично. Очень доволен корпусом. Вообще, одно из направлений 3D принтеров – это печатание корпусов для вот, радиолюбительских всяких конструкций. Чем покупать дорогой корпус, и который, в принципе, малофункциональный. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. Пока.